Вика, привет! Всем привет! Мы приехали в красивое место очень. О чем сюда приехали? Мы приехали отдыхать, слушать хорошую музыку. Ну, ради чего приехали сюда? Ради чего? Чтобы сняться. Я не знаю, что говорить. В общем, всем привет, дорогие друзья! Мы приехали на закрытие сезона в отеле Las Brisas. Вечеринка Keep on Dancing. Вот мы входим в великолепный бутик-отель Las Brisas. Так, я тут уже давно не был, потерялся с самого начала. Ага, вот сюда идем. Сам не знаешь. Hello. Hello. Осень на Ибице, конец октября. Это для тех, кто спрашивает, что мы делаем осенью. Здесь намного круче, чем летом. Да, сейчас только-только начинается все. Начинается настоящая зимняя Ибица. Она мне нравится гораздо больше. Las Brisas — это такое замечательное место, это бутик-отель, в котором всего-навсего 10 номеров, но они сданы практически на весь сезон. Сюда заблаговременно резервируют свои номера, выкупают их вперед, вот, для того, чтобы жить вот в таком месте. Это вообще это как вилла, только с лицензией отеля и с обслуживанием, как в отеле. Вот, здесь вот соседи, вот тут за моей спиной с левой стороны была вилла Эрос Рамазотти, пока он ее не продал. Раньше он сюда приходил, сказал курить косячок. Вот, потом, вот тут прям за отелем, туда вот дальше, вот, куда я показываю рукой, там находится вилла семьи, владельца компании Nestlé.
такие тут все серьезные соседи. Вот этот объект недвижимости, вот этот отель Las Brisas, удвоил своей цене. Если кто-нибудь захочет приобрести подобный бутик-отель или вообще подвестись каким-либо бизнесом на Ибице, то пишите, звоните мне. Есть всякие-всякие вкусные объекты, наподобие вот этого.